Фирма Dremel была и остается компанией, которая разрабатывает и производит многофункциональный ручной инструмент самого высокого качества. Ее история началась с 1932 года, с первого многофункционального инструмента, который изобрел американский изобретатель и промышленник Альберт Дремель, основатель компании. Dremel поставляет универсальные продукты для самых различных сфер деятельности или хобби. Многофункциональный модульный набор насадок из 135 составляющих включает в себя широкий выбор оригинальных насадок фирмы Dremel. Насадки упакованы в два соединяемых чемодана. Эти модульные чемоданы могут быть соединены с аналогичными чемоданами для создания и расширения вашей системы хранения насадок. Давайте рассмотрим насадки, входящие в данный набор. Держатели модели 401 и 402. Они используются для крепления различных насадок, например, войлочных, полировальных или отрезных кругов. Сверло модель 150 диаметром 3,2 мм. Высокоскоростная насадка модель 191 с рабочим диаметром 4,8 мм. Она может быть использована для фасонирования, долбления пазов, шпунтования, долбления, изготовления конусообразных отверстий в мягких металлах, пластмассе и древесине. Держатель для насадок системы SpeedClick, модель SC402. Два армированных стекловолоклом отрезных круга для работ с металлом системы SpeedClick, модель SC456. Они быстро, просто и легко разрежут любой металл. Полировальная паста модель 421. Она идеальна для полировки металла и пластмассы. Используется с войлочными или матерчатыми насадками. 5 полировальных кругов диаметром 26 мм модели 429 и 8 полировальных кругов диаметром 13 мм модели 404. Используются для полировки металла и пластмассы. Использование полировальной пасты номер 421 при работе с кругами позволяет обеспечить зеркальный блеск. Для данных насадок необходим держатель модели 401. Щетинная щетка с рабочим диаметром 19 мм модель 403. Она используется для снятия небольших гусенцев, чистки, полировки изделий из серебра, ювелирных изделий и изделий из других драгоценных металлов. Также может использоваться с полировальной пастой модель 421. 36 отрезных кругов диаметром 24 мм модель 409 для резки деталей из металла, древесины и пластмассы. Отрезными кругами удобно отрезать болты, винты, резать листовой металл, тонкую древесину и пластмассу, а также прорезать в них канавки. Отрезные круги Dremel используются с держателем 402. Напомним, что отрезной круг режет только своим краем. Не пытайтесь или шлифовать, или вырезать им фигурные отверстия.